3 сентября, гора Тавор. Мы сегодня облетали, Гена сегодня облетал первый раз полет в горах. У него Хама было 2 полета, и вот мы переехали на Тавор. На Таворе первый его полет в горах, на Таворе. Вот он чудесно набирает. Чудная погода сегодня, шоколадная, как раз для учеников. Можно хорошо работать. Ох, какие запросы. До плюс 3-4, наверное. Как минимум. Геночка, далеко пошел. Вернись, вернись. Против ветра. Чудно. Собрался садиться. Ну, чайник же, чайник. Понятно. Ну, чайник кофейный. Ну, рассказывай, что произошло. Конечно, ты залетел сильно в роторную зону. Но тебя сдуло. На твой... Да, и аксель тебя не вытаскивает. Какого хрена ты туда поперся? Ты должен быть перед горой, на твое счастье нет движения, пусто, на твое счастье есть у тебя посадка на дорогу, а не в лес. Поэтому такие вещи не делай, я сказал перед горой.